широкий, как я уже говорил, у нас несколько видов горчицы. Вот есть горчица. Еще мы практикуем, сеем три вида в один бокс. То есть здесь три вида горчицы. Вот одна, вторая. Это вот Red Lace называется, это Red Leaf, а это Red Frills. Это новые сорта. Вот интересная позиция, тоже мне очень нравится, популярная горчица Copper Thread. Это уже из премиум сегмента. То есть культуры я делю для себя. Есть недорогие, простые выращивания, есть те, что подороже, подольше растут. То есть их нужно разделять. Вот это вот краснокочанная капуста. Вот, видите. Тоже интересная, нейтральный вкус. Что у нас еще здесь есть? Пак чой набирает в популярность обороты. Щавель, вот любимец публики вообще. Стоит насос специальный, который качает воду по трубкам, распределяет ее вот по этим стеллажам. То есть, там уже она вытекает вниз и все, циркулируется. То есть таким методом. Но я ставлю туда фильтрики маленькие, она набирается, мы выключаем, она стоит, стекает, все, мы потом убрали. Уже понял, что где что лучше растет у меня даже на ферме. Щавель его поливать не надо, и он любит солнечный свет. Я его ставлю поближе. Вот у меня здесь даже свет сломался недавно. И щавель, вот он растет, ему достаточно. Ну, конечно, недостаточно, но пока хватает на время вообще.